Уличных преступлений и квартирных краж в Самаре стало меньше. Об этом рассказали на заседании городской думы, на котором побывала глава Самары Елена Лапушкина. В повестке оперативная обстановка в городе. Благодаря совместной работе правоохранителей и городских властей количество ДТП сократилось на 11%. Зато обозначился рост цифрового мошенничества. За последние 3 года число криминальных деяний, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, увеличилось в 2 раза. В отчетном периоде это каждое 4-е преступление. У нас организована система местного управления на местах, в округах, то есть созданы и общественные советы, в которые вошли и депутаты. Я думаю, коллеги меня поддержат, и мы, не откладывая долгий ящик, соберемся с вами, вот, пригласим и прокуратуру города, и совместно, так сказать, выработаем дополнительный план действий. В том, что эффективно работать можно только в тандеме, уверен и докладчик от контрольно-счетной палаты. Взаимодействие счетной палаты, Думы и администрации городского округа Самара дает возможность проводить предупредительные мероприятия, направленные на профилактику нарушений финансово-бюджетной сферы. Также на заседании Думы единогласно приняли обновленный городской устав и отдельные правовые акты. Ольга Павлова, Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.